Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Не так давно в сети появился новый видеоклип певицы Дианы Гурцкая, в котором незрячая с рождения певица снялась без привычных солнцезащитных очков. «Видя тебя теряю» пользуется большой популярностью у пользователей интернета. Композитор Виктор Дробыш сочинил песню «Тебя теряю» для Дианы Гурцкая. В новом видео она снялась без очков, однако ее глаза прикрывала маска из черных кружев. Напомним, слепая от рождения артистка никогда не появляется на публике без темных очков. Но на днях папарацци сняли ее в необычном ракурсе. Свет падал так, что в объективе запечатлелись глаза Дианы Гурцкая. «Я не хочу давать повод для сплетен и пиариться за счет слепоты, поэтому снимаю очки, лишь когда рядом самые близкие люди», — говорила певица. Теперь же поклонники творчества Дианы Гурцкая узнали ее секрет. Ее взгляд не фокусирует сразу после Нового года. Певица Диана Гурцкая вместе с семьей собиралась отправиться в Америку для того, чтобы познакомить сына с местными достопримечательностями и принять участие в благотворительной акции. Однако поездка оказалась на грани срыва. Дело в том, что Диане отказали в выдаче визы из-за фото в темных очках. Муж звезды, адвокат Петр Кучеренко, возмутился таким решением. Это удивительный по своей неполиткорректности случай. Все документы и предыдущие визы Дианы оформлены в темных очках, поскольку очки не дань моде или каприз. «Это жизнь моей супруги, полная испытаний», — написал американскому послу Макфолу супруг певицы. Однако ответ пришел однозначный. Диану категорически просят сфотографироваться без очков, но уступки им идти никто не собирается. В случае, если ситуация не разрешится в пользу певицы, Петр Кучеренко и все родственники, получившие визы в США, откажутся от них. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр!